Как хорошо, да? Как-то на улице будем кушать шашлык и таком свежем воздухе. Действительно, я очень люблю на улице кушать, особенно как-то есть еще атмосфера такой свежий, натуральный атмосфер, дорогие друзья. Так что всем добро пожаловать на наш канал в YouTube, дорогие друзья. Город Мерсин приветствует вас, район Теджи. Приехали в Мерсин, друзья, и сразу хочу с вами немножко поговорить про город Мерсин. Почему в последнее время много людей выбирают именно жить в Мерсине, друзья, на первых доступная недвижимость. Как раз сейчас такое время. Мерсин – это для инвестиционный город. Доступная недвижимость скоро, через несколько лет, здесь аэропорт будет открывать, друзья. Так, совсем другая сцена будет. Поэтому пока есть такой возможность недвижимость, друзья, купить, покупайте. Покупайте – это как 10 лет назад Аланья, Анталья, дорогие друзья, пока доступная недвижимость, надо купить. Между прочим, Мерсин – это идеальный город для проживания, свежий, натуральный овощи, фрукты и экологии чистый, друзья. И большой город, по-любому как-то большой город, есть возможность, друзья. Очень хороший город и свежий город, свежий проект с вами будет, дорогие друзья. 2+1 и 3+1 есть на продаже. 2+1, друзья, разные этажи есть. Если вам нужно показывать, мы готовы онлайн с вами поделиться, друзья. Сейчас хочу с вами только 3+1 поделиться, который 155 квадратный метр. Очень красивый вид, даже детская площадка еще пакетом, друзья. Почему? Потому что это новый проект, совсем новый, только что сдан. Друзья, есть сауна, есть хамам, есть тренажерный зал, есть барбекю, как вы видели, есть детская площадка и есть детская игровая комната. Вот здесь блок А, здесь детская игровая комната и огромный большой бассейн. Два большой бассейн, горки тоже есть. Парковочное место, конечно, есть, друзья. Есть баскетбольная площадка. Огромный, большой территорий. Вот такой три блок. Еще очень хорошо, что тихо, спокойно место, друзья. Здесь есть еще вот такой длинный, большой детский бассейн. Так что, друзья, можно ко мне? Раз, ко мне. Так что, друзья, если вы мечтаете жить возле Средиземного моря, это только либо город Аланья, либо город Мерсин. Это два разные вещи. Иногда вы меня спрашиваете, чем они отличаются. Действительно, это два разные города. Если именно хотите жить в большом городе, где есть университет, где есть огромный, большой, разные больницы, друзья, есть частные, есть государственные, где есть песчаный, длинный, ровно пляж, друзья, это город Мерсин. Это моя родина. Я готов с вами, своя родина, поделиться, друзья. Давайте теперь поднимаемся, посмотрим, где блок Э, одноквартира 3+1. Поехали. Поехали. Вид на гору, красота, я очень люблю, как-то квартира смотрится, вид на горы и на море, друзья, действительно, красота. Сейчас мы с вами на 10 этаже находимся, и блок Д, друзья, блок Д, разные этажи есть. На продаже квартира, если вам интересно, мы готовы для вас индивидуально снимать, онлайн показывать. Между прочим, друзья, еще раз хочу напоминать, я буду скоро в Алматы, в Казахстане будем. Если вы
из вас кто-то захочет встретиться индивидуально и поговорит, как правильно приобрести недвижимость в Мерсине, друзья, именно в Мерсине, можем с вами индивидуально поговорить в Алматы. Так что алматинские готовы? Для этого что нужно? Нужно записываться заранее, друзья. Плюс 90-530-442-42-33 через Viber, WhatsApp и Telegram можете записываться. Так что балкон, вот такой большой балкон, друзья. Генеша Пабилерис. Балкон, вот такой огромный, большой балкон, квадратный балкон, друзья. Очень удобно планировка. Вид на море, бассейн и вид на гору. 3+1, 155 квадратный метр. Хочу отметить, друзья, в Турции метраж немножко по-другому считается. С балконом, снаружи начинается коридор, вот это колонн, все выходит, вот это метраж. В Турции это официально так считается. Есть еще французский балкон, друзья, вот. Французский балкон, большая, светлая квартира, в самом деле, друзья, мне очень понравился этот проект, я сам тоже для себя купил в этом проекте, так что, если вы хотите со мной соседем быть, можем с вами, как-то в Мерсине буду, я здесь в этом комплексе буду жить, друзья, так что, вот такой кухни, как видите, она так продается, без мебели, без бытовая техника, вот так продается, очень красивый, стильно, просто стильно мебель, друзья. Так что 3+1, ламинат тоже есть везде, где зал, кухни, ламинат. Вот такое панорамное окно. Можно сюда? Буртан, шу очей гостеребилер мис? Вот в таком виде она продается. Большой балкон, большое окно. Итак, друзья, вот такой здесь дверь есть. Вот такой дверь. Вы можете отсюда тоже закрывать. И теперь мы с вами куда перешли? Перешли в прихожую. Прихожая. С левой стороны домофон. С правой стороны вот такой шкаф. Длинный, большой шкаф, друзья. Так что и сразу, где мы с вами начали, там зал с левой стороны. И здесь уже коридор. И общий туалет, турецкий туалет. Вы можете этот туалет менять, если вам это не устроит, друзья. И сразу напротив есть детская комната. Вот такой детская комната. Здесь тоже вид на гору. Вид на гору. Вот красота. Покажи, пожалуйста, оператор. Так что красота. Очень красивый вид на гору, друзья. Район Теджи, где есть газ. Вот это газ. Покажи, пожалуйста. Газ, вот в таком виде газ, в районе Теджи есть, в Мерсине газ есть, но не везде, друзья, именно в районе Теджи газ есть, если вы хотите зима, чтобы тепло было, это район Теджи, здесь еще общий санузел есть, вот в таком виде, общий санузел, душевая кабина есть, и напротив тоже здесь, давайте откуда начнем. Вот здесь еще детская комната. Вот в таком виде детская комната. Еще один балкон там есть. Еще начнем отсюда еще. Вот здесь уже есть родительская комната, друзья. Санузел и гардеробная комната. Очень удобно. Как-то есть гардеробная комната, друзья. Мне кажется, это очень удобно. Место стиральная машина. Вот это все гардеробная комната. Пожарная дверь тоже есть. Очень удобно. Здесь еще родительский санузел. Это родительская комната, родительский санузел. Посмотрим отсюда еще французский балкон. Вот в таком виде французский балкон, друзья. Вот в таком виде. Красота, правда? На 10 этаже вот закрыли, потому что очень хорошо продувает. Сразу дверь закрыл. Здесь автоматически как-то ветер дует. Итак, друзья, что мы с вами смотрели? Смотрели 3+1, 155 квадратный метр, район Теджи, город Аланья, друзья. Очень интересная планировка, у кого есть большая семья, друзья, 3+1, есть еще на продаже, 2+1, дорогие друзья, 2+1 тоже есть, если вам интересно, 2+1 мы готовы для вас снимать онлайн и показывать, давайте еще балкон заходим, балкон, да,
оператор, так что у нас сегодня оператор, мой друг. Вот в таком виде на продаже, разные этажи, разные блоки есть на продаже квартира, дорогие друзья. Это наш любимый проект в районе ТЖ. Все есть, документы чистые, тапу готов. Много людей уже купили, даже онлайн купили, тапу получили, друзья. Особенно из Казахстана много людей купили. Через онлайн тапу получили, доверенность отправили из Казахстана. Тапу получили. Очень хороший проект, богатая инфраструктура, хамам, сауна, тренажерный зал тоже есть, парковочное место есть, огромный сад, друзья, действительно красота. Мне очень понравилось этот проект, поэтому я сам тоже здесь купил. Еще раз напоминаю, друзья, если вам нужно прайс-лист, мы вам отправим прайс-лист, можете сами посмотреть, кому интересно, в каком этаже что осталось, друзья. Прайс-лист можем через WhatsApp отправить. Итак, друзья, скоро где будем? Будем в Казахстане, будем в Алматы, будем, дорогие друзья. Если вы хотите со мной встретиться и поговорить, как правильно приобрести недвижимость в Мерсине, друзья, это моя родина, можем с вами индивидуально поговорить, как правильно приобрести недвижимость здесь, как можно зарабатывать через мерсинский недвижимость, дорогие друзья, в каком районе, в каком месте можно купить, на стадии стройка можно купить или нет, от и до, все можем с вами поговорить, друзья, именно в Алматы, друзья. Так что Казахстан готов? Не слышал. Готов? Не слышал. Готов? Я думаю, что готов. Давайте. Под видео есть мои контакты, друзья. Через Viber, WhatsApp и Telegram пишите, звоните. +90 530 442 42 33. Пишите, звоните. Мы с вами встретимся в Алматы, друзья. Всем удачи. Пока-пока.